Спортсменов и тренеров, участников команды города Буя, завоевавшей третье место на 13-х областных зимних спортивных играх на призы губернатора Костромской области, поприветствовал глава города. Накануне Валерий Катышев встретился с командой. Особенно приятно, что в составе нашей сборной есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Спортсмены, тренеры и кураторы сборной получили благодарственные письма и денежные премии. Следующей зимой наш город вновь уже в четвертый раз подряд будет принимать участников областных спортивных игр. За три проведенных спартакиада мы бюджет получили дополнительно порядка 4,5 миллиона. Из них на материальную базу у нас ушло порядка 1 миллион рублей, даже может больше. На следующий год вы получите, что у нас четвертый раз будет проводить спартакиада зимняя. Это, конечно, накладывает определенные у нас, так сказать, обязательства. Ну и на вас, наверное, на спортсменов то же самое. То есть надо готовиться. И зимние спартакиады, и летние. Надеемся, что мы выступим достойно. Также были награждены юные буявляне, выполнившие нормативы кандидатов в мастера спорта. Это боксер Антон Разгуляев, школа номер 2, и полиатлонистка Юлия Изотина, школа номер 13. Воспитанию подрастающего поколения спортсменов в последнее время в городе уделяется особое внимание. В Буе имеются серьезные условия для развития спорта. Работают детские секции, спортивные площадки, 2 стадиона, строится спортивный комплекс. Ежегодно городские власти поддерживают успешных спортсменов. Достижения нашей команды на областных играх способствуют популяризации того или иного вида спорта, приобщению молодежи к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. В городе будет продолжена работа по привлечению новых тренерских кадров и поддержке одаренных спортсменов.